Всем доброй ночи, уважаемые друзья и подписчики, и всем тем, кто не спит и даже вообще паники не собирается ложиться. С вами Николай, без фамилии, и вот этот вот пиздечёный Шкотофеич, да? Засранец, ну-ка, с языками поздоровайся-ка. Вот так вот. Но-но-но-но, очки не кусай, не гад. Ладно, иди сиди. Иди на коленку сиди с ней. Ну, собственно, ребята, с чего начать? Как вы видите, я сижу в редакторе PMD PMX, потому что у меня там один приятель, один мой знакомый попросил, так сказать, сделать порт одной из моделек, так сказать, из модельку из Гаррис Мода, так сказать, портировать, так сказать, ее в Nikumiku Dance. Ну, как вы видите, это моделька, так сказать, стандартного, так сказать, вражеского Октолинга, так сказать, которая была сначала портирована точнее, репет ее самой игры, я не знаю, как там репет с Wii U сделали, так сказать. Может быть, как-то выдрали, может, как-то нет, ну, я не знаю. Ну, в общем, как сказать, сначала моделька вот этого вот Октолинга, вражеского Октолинга из второй части Сплатуна, сначала в адский Гарик нафиг перекочевала, в Гаррис Мод, грубо говоря. А вот сейчас я ее, так сказать, делаю порт для Nikumiku Dance, грубо говоря. То есть я, можно сказать, как вы видите, уже портирую, так сказать, этот порт адского Гарика, грубо говоря. Ну, собственно говоря, только приступил я к привязке к костям, как вы видите, кости я уже накинул, грубо говоря, кости я уже накинул. И только я приступил, так сказать, к привязке костей, мне тут сообщение приходит, говорит, Колян, говорит, я там тебе, типа, ну, от моего знакомого. Говорит, Колян, говорит, я там, говорит, тебе один видеоролик, говорит, отправил, а то смотрю, у тебя на канале, говорит, контент там как-то не шибко нафиг. Единственное, говорит, у тебя видеоролик, который что-то там 2 с лишним к просмотров, говорит, набрал, я говорю, чего? Какой видеоролик 2 с лишним к просмотров набрал? Ну это попозже, ребята. Ну, знаете, говорит, а то у тебя, говорит, единственный, говорит, видеоролик 2 с лишним к просмотров, блядь, набрал. Всего, говорит, практически за 3 недели. Ну, какой видеоролик, я потом, я там объясню и покажу, что там за видеоролик у меня такой 2 с лишним к набрал просмотра. Ну, дальше, собственно говоря, он мне отправляет ссылочку там на какой-то видеоролик. Говорит, Колян, говорит, на, говорит, скачай, говорит, посмотри, говорит, сделай, так сказать, ну, видеозапись того, как, ну, твои реакции на этот видеоролик и все такое. Ну, как он мне объяснил, говорит, это там видеоролик, это анимация пародия нам на одну какую-то игру. Ну, и главное, он сделал намек, говорит, ты в нее, говорит, играл. Хотя бы раз, но играл. Хотя, говорит, что уже, говорит, все мы ее, говорит, когда-то по разу, говорит, все, говорит, играли. Потом, говорит, грубо говоря, бросали. Ну, я не знаю, ребята, я многие, так сказать, начинал игры, многие, собственно говоря, бросал. Игры играть, собственно говоря. Ну, бывает, собственно говоря, бывает. Так, ладно, давайте посмотрим, что у меня там, так сказать, за видеоролик скинул. Он сейчас у меня загрузился, грубо говоря, видеоролик скачался. Так, что у нас там? Чё? Чего? Кристаллы? Брэл Старс? Да ладно, нафиг. Серьезно, что ли? Да, точно. Один раз, да, играл я в это, да. Один раз играл я в эту игру, да, играл один раз этот Brawl Stars, знаете. Ну, я когда хайп вокруг этой игры начался, я сначала не врубался, чё за фигня. Только слышно, Brawl Stars, нафиг, только и было слышно. Ну, собственно говоря, я скачал эту игру, собственно говоря, но, блядь. Потом я, собственно говоря, ну, поиграл. Нихуя не понял, что там делать надо, грубо говоря. Нихуя не понял. Извините за тавтологию. Но зато, как говорится, прочитал я про ее отзывы. Скажем так, с негативной стороны. С негативной стороны так прочитал отзывы о ней. Мол, то, что это, так сказать, ну, как скажем, как я понял, это донатная помойка. Самый важный, так сказать, аспект из этой игры, что это якобы донатная помойка. И что якобы это игрушка для школьников, опять же, для школоты, грубо говоря. И что многие вот из-за школьников, нафиг, можно сказать, ее практически вообще не играет, грубо говоря. Ладно, ребята, давайте посмотрим, что у нас там за анимацию. Да, ребята, да. Я один раз, да, как я уже говорил, я один раз в нее играл. И, собственно говоря, не вдуплю, что вообще там происходит, что там вообще делать, грубо говоря. Ну, собственно говоря, кое-как разобрался, но потом нафиг ее все-таки поубрал.
Итак, как я понял, пародийный видеоурок на тему нашумевшей игры, да, действительно, нашумевшей. Brawl Stars. Или к чему приводят попытки добиться внимания и устрашающее самомнение. Ладно, блин, что там вообще творится? У нас. Так, сейчас смотрите, как сделаю. Погнали. О, блядь, этот пиздюк, ёбаный. Блять, ну и голос у него. Что это? Что он пытался с ней сделать? И чего это ты побежал на чужую базу? О, помню этих чудиков. К медведихе, значит, побежал. Понятно. А, вот, подкатить хотел, что ли? Когда же ты смиришься с истинным положением вещей? Медведиха в другой команде. Эту ситуацию уже не обратить, не исправить, не в нашей жизни. Ну да, ну может, да. Где-то в других измерениях вы с ней-то и способны нормально разговаривать, но здесь ты должен смириться с тем, что каждый раз она будет спускать на тебя всех медведей, которые у нее есть. Мой тебе совет, прими этот факт, отпусти, пострадай и иди дальше. Отпустил. Пытается, я как понял, подкатить к ней. Она его всячески динамит, грубо говоря, как я понял. Да, приятель, неудача, понимаю. Знаете, ребята, тут даже ему как-то посочувствовать охота. И вот так динамит. О-о-о. Только придурки, прятаться за шкафом. Кстати, вот как-то что-то я тоже делал про этого гламурного подонка. В этом мире есть два типа. Людей. Те, кто входят через двери, пижон с револьверами. Кстати, да, пижон с револьверами больше всего подходит. И, кстати, как я понял, вот этот персонаж, как говорится, его, блядь, его так отпидорасили, как я слышал, я не знаю, это какие-то, блядь, доводы, чьи-то мнения, ну, говорят, ну, блядь, его, типа, якобы часто пидорасы выбирают, что он такой гламурный пидор, нахуй, извините за выражение, нахуй, ну, говоря, ну, блядь, не похож, как он, такого он, тем на этого. Ну, то есть, просто персонаж, но, блядь, находятся вот такие вот дебилы, нахуй, которые, блядь, сделают его, сами знаете, кем, нахуй, блядь. Так, не знаю почему, но чувствую, что должен это поднять. А я знаю, это прекрасно подойдет к моим стразикам. Верни мой кристалл. Тебе его никогда не догнать. Стоп, он что, к медведихе пошел? Не делай глупостей. Если в отношениях нет взаимности, дорогие подарки, игра в одни ворота. Хочу блестяшку. И эти ворота вовсе не твои. Следующий выстрел будет в твою голову. Она поймет, что тобой можно вертеть как хочется, олух. Кристалл. Или сделаю дырку в капюшоне. На выбранном тобой пути огромными буквами написано «Тупик». Да и ладно, делай что хочешь. Ну все, я честно пытался обойтись без насилия в пародии на детскую игру. Сейчас вы увидите смерть. Ой, а что это такое? Это ж я! Ой, а что это такое? Целых может два... быть, свое отражение. Два ноль, неудачник. Отсутствие навыков позитивно мыслить не делает меня неудачником, что бы там твоя радостная голова себе не напредставляла. Короче, слышишь мои кристаллы? Идем, хуяк. Я как понял, кристаллы у них там самая такая валюта. Кристаллы там Brawl Stars. О, понахватали. Мало того, что ты убежал с кристаллами к той, кто не ценит тебя как личность, так ты еще и привел ее к кристальной шахте. И зачем? Чтобы все богатства... Нет, этот персонаж, он как, знаете, он как что-то типа этого. Вообще-то мы в одной команде. Нам больше кристаллов достанется. А, Линда ее зовут. Медведицу вот эту, Линду. Как тебя зовут? Вот эту вот медведицу. Попал, мелкий. Только мне. Да ну... Вот этот парень, он как бы, знаете, типа якобы там как-то, блядь, размышляет, типа у него там какое-то мышление, он размышляет там о каких-то вещах и все такое. То есть логические мысли, это каких-то именно вещах. Право давлеть над младшеньким.
Блять, как они орут, пиздец. Опа, застрял. Что он пропищал? А что за... Типа всех отпиздил и тихоря съебался. А ну назад, ты дарак, верни. Что ж это? Да, блин. Да, ёпки-палки. Да, та еще нахер жизнь, грубо говоря. Говорите, ёпки-палки. Да. Ну, ребята, знаете, грубо говоря, знаете. Да. Ну, сама игра, как сказать, ну, не скажу, что игра... Не скажу, что, конечно, игра говно, но, блядь. У нас в России, не знаю, как у нас, как там за бугом у нас, за рубежом эта игра воспринимается. У нас в России, ну, грубо говоря, с ней, в нее никто не играет. Да, по разу все сыграют, и ладно. Ну, пустилась она, так сказать, как я посмотрел многие видеоролики про Brawl Stars, когда только-только, ну, решил сыграть в эту игру. Что якобы школьники, якобы из-за школоты нашей, российской школоты, эта игра, собственно говоря, у нас, ну, грубо говоря, не стала популярной. Не, ну, конечно, есть люди, которые даже в нее играют, даже, грубо говоря. Даже, ну, как я понял, даже взрослые в нее играют. Даже вот такие вот 40-летние оболки. Извините за выражение, оболки. 40-летние дяденьки даже в нее играют, и все такое, грубо говоря. Ну, собственно говоря, что я еще... Ну, как говорится, как я уже сказал, что из-за школоты же, опять же, из-за школоты, она у нас слишком такой популярность такую не облила. Мне, конечно, многие, как я уже говорил, может быть, кто-то в нее играет, но единицы. Ну, по большей части в нее школота играет, по-русски говоря, все такое. А, ё-моё. Да. Знаете, вот единственное, да. Если вот, знаете, вот, вот такую вот фигню все заметил. Если игра вышла не очень, если игра была запорота и все такое, то по ней хотя бы пытаются пилить какую-то там анимацию, видеоролики какие-то, пародии делать и все такое, то, возможно, грубо говоря, вот так. То есть, грубо говоря, ресурсы игры, то есть вот эти вот модельки, которые были использованы. Вот эти вот модельки были использованы. И потом начинают в каких-то видеороликах. И, то есть, грубо говоря, пилить там какие-то свои пародии, грубо говоря. Как-то вот так вот, чтобы хоть как-то другим чем-то замять, так сказать, и, может быть, даже, не знаю, привлечь к этой игре внимание других, что, мол, не такая уж она и хреновая, грубо говоря, игра, но хоть для чего-то ее ресурсы можно якобы использовать. Как, опять же, извините за выражение, опять же, те же модельки, как чтобы вот такую вот пародийную видеоролики делать, грубо говоря. То есть, собственно говоря, если игра не удалась, ну, собственно говоря, можно использовать ее модельки в качестве каких-то видеороликах или что-то еще такого. Ну, как-то вот так вот, грубо говоря. Как-то вот так, грубо говоря. Не, ну, с одной стороны, знаете, вот этот видеоролик... Ну, блять, ну, есть такие моменты казусные, которые связаны с игрой. Я, допустим, как я уже говорил, ребята, я действительно, я Brawl Stars один раз всего играл, на телефоне все один раз сыграл. Я нихуя не понял, что там вообще нахуй делать, грубо говоря. Единственное, что я понял... Там вот эти вот кристаллы, или что их надо делать вот с этими кристаллами. И понял, как они там, как вот эта вот разменная валюта, вот эти вот кристаллы фиолетовые. Ну что вот единственное, так сказать, убивает, вот что единственное убивает, это из-за двух, так сказать, из-за двух, ну, как это назвать нахуй. Короче, из-за двух факторов, скажем так. Первое, за то, что в эту большинство игры, так сказать, играет школота, что невозможно играть в нее. Из-за вот этого вот контингента. Это первое. Второе, это лютый, блядь, дрочильный донат, нафиг, грубо говоря. Ну, что вы хотели? Бесплатная, так, для бесплатной игрушки, для мобилок, для фри-ту-плея, грубо говоря, еще, грубо говоря. Ну, что поделать? Где, как говорится, если игра бесплатная, она, заметьте, ребята, не всегда такое бывает. Не всегда такое бывает. Если игра бесплатная... то мне как максимум может присутствовать донат, грубо говоря.
И уж извините за тавтологию, ребята, извините, в Brawl Stars там лютый дичайший донат. Просто пиздец ёбнутый, там донат нахуй, грубо говоря. Не, конечно, автопом можно в нее играть, поиграть, если без всякой прокачки и все такое, но, блядь, без доната ты, блядь, в этой игре дальше не продвинешься, грубо говоря, и все такое. Ну, собственно говоря, что еще хочу предупредить, что еще хочу сказать, это не пиар самой игры и все такое, нафиг, грубо говоря. А то сейчас подумайте, нахуй, что я полез, нахуй, пиарить, нахуй, и все такое. Нет, ребята, это не пиар, грубо говоря. Это не пиар. Так что, просьба успокоиться. А то сейчас подумайте в действительности, нахуй, а, что это ты без фамилии, нахуй, полез пиарить, и все такое. Мне просто-напросто, как я уже говорил, скинули видеоролик, попросили, так сказать, за... видеть мою реакцию на его, грубо говоря, и все такое. Собственно говоря, что я и сделал, нафиг. Так что тут никаким пиаром, нафиг, вообще не попахивает. Это пиаром, если он, столько моему знакомому, нафиг, который мне этот видеоролик, нахуй, скинул, грубо говоря. Ну, собственно говоря, еще небольшое отступление сделал. Как я уже говорил, если игра удалась не очень, ну, среди как-то там другого комьюнити, грубо говоря, и все такое, то на ее, так сказать, ее ресурсы, как я уже говорю, можно использовать, так сказать, в качестве там каких-то, использовать вот эти вот, те же самые вот эти вот модельки в качестве, так сказать, анимационных видеороликов. То есть, грубо говоря, делать, так сказать, с помощью вот этих вот моделек, вырезать вот эти вот из этой игры и использовать их для, так сказать, видеоролики, чтобы делать видеоролики, какие-то анимационные пародии, грубо говоря. Что, собственно говоря, мы сейчас с вами и наблюдали, грубо говоря. Да. И да, вот тут еще тоже один, так сказать, приятель, мне тоже, по-моему, вчера или позавчера, оказывается, вчера тоже скинул мне какую-то там ссылочку на какую-то игру. Якобы это тоже пародия там на какой-то Brawl Stars, грубо говоря. Ну, я ее знаю, ребята, эту игру мне скинул, я сейчас вот покажу ссылочку. Так, я сейчас ссылочку покажу, грубо говоря, сейчас ссылочку. Так, сейчас только Steam включу. Сейчас, погодите, играю секундочку. Кое-что настрою сейчас. Так, сейчас, подождите. Steam. Сейчас у меня Steam открылся. Сейчас, секундочку. Так. Так, вот. Собственно говоря, вот это вот называется она Smash Legend. Smash Legend называется. И якобы вот эта игра, это пародия на Brawl Stars. Вот это вот самое. Ребята, опять это не пиар, грубо говоря. Просто мне вчера один приятель попросил, так сказать, сделать репет одной модельки, так сказать. Репет одной модельки, там одной какой-то девочки, и, собственно говоря, вот эта вот девочка с правой стороны, та, что держит молот. Вот якобы ее репет мне он попросил сделать из этой игры. Ну, якобы я расспрашиваю, давай, что за игра и все такое. Ну, говорит, это, ну, типа, говорит, пародия, говорит, на Brawl Stars, только, говорит, в стиле аниме. Блять, сука, докатился, да, блядь, конечно, грубо говоря. Ну, раз заказчик попросил, ну... Скачал нафиг ее, конечно. Она, кстати, она бесплатная, вот эта вот игра. Smash Legend, грубо говоря. Она даже, как я читал превью к этой игре. Она даже на мобилках даже она есть, собственно говоря. Ну, собственно, как я почитал там управление, что на телефоне, что для компьютера, там, блядь, дичайшее управление, нахуй, блядь. То есть, паранойное, грубо говоря, все такое. Ну ладно, не суть, про саму игру, грубо говоря. Ну, вот как мне попросил приятель, там вот этот вот, который мне ссылку еще дал. Но эту самую игру я, собственно говоря, и установил. Добавил ее к себе в библиотеку, чтобы, сами понимаете, вот этот вот репет, нафиг. Вот этот вот модельки сделать, грубо говоря. Ну давайте сейчас заодно посмотрим, что там у нас, там еще какой-то видеоролик. Но видеоролик я вчера, как правило, такого не смотрел. Собственно говоря, не смотрел. Сейчас посмотрим, что у нас там. Что это было? Привет. Вот она. Кстати,
Вот она, вот эта вот девочка. Это так получается. Так, секундочку в этом. Да, вот собственно говоря, репет вот этой вот модельки, вот этой вот девчонки, вот, собственно говоря, он меня и попросил, собственно, заказчик сделать. Ну, собственно говоря, что я и сделал, да, репет я уже сделал. Ну, как бы сказать, там, сказать, она у меня с помощью одной утилиты, я вот эту вот модельку вырезал, с помощью одной утилиты. Она там, так сказать, вместе с костями в формате FBX вырезалась, модель из игры, грубо говоря. Да. Вот эту вот, собственно говоря, модельку вот эту вот, так сказать, вот этого девочки просил у меня, вот, сказать, приятель мой вырезать, грубо говоря. Ну и, грубо говоря, я в нее уже, прежде чем вырезать, просто решил для, ну, так сказать, сыграть, что за фигня и все такое. Но, как говорится, в действительности, да, чем-то она на Brawl Stars похожа, грубо говоря. Но, как уже, ребята, как я уже говорил, Brawl Stars, ну, типа, для анимешников, грубо говоря, в стиле аниме. Хотя на аниме она чем-то не похожа вообще, эта игра, грубо говоря. Как мне вот этот вот приятель сказал, что это якобы Brawl Stars в стиле аниме. Ну, что-то, знаете, что-то не сильно она, блядь, похожа-то, грубо говоря. Но, собственно говоря, я просто, знаете, я комментарии почитал. Они как бы смешанные, но по большей части там как бы отрицательные комментарии. По большей части отрицательные. И что там якобы жалуются на неудобное управление. И как ребята уже играл, я вот, да, играл. Да, там действительно, там дичайшее, блядь, управление. Ну, игрушка сама по себе, знаете, ну, неплохая, конечно, игрушка сама по себе. Ну, блядь, управление бы, да, конечно, управление желает лучшего. Ну, собственно говоря, чтобы, конечно, если бы геймпад бы еще бы поддерживал, если бы она бы еще и геймпады поддерживала, это вообще бы игре бы цены не было, грубо говоря. А так, ребят, еще раз напоминаю, это не пиар чего-либо, так сказать, мне просто-напросто то, что мне скинули, я, так сказать, показываю, грубо говоря. Это не пиар и все такое, грубо говоря. То, что попросили меня вам показать, я вам показываю, грубо говоря. Я вот, конечно, в конечном счете не знаю, для чего он эту модельку будет использовать, модельку вот этого девочки. Ну, собственно говоря, я ее себе тоже как бы оставлю. Тоже, может быть, на чем-нибудь такое пригодится, собственно говоря. Вот, чтобы тоже клепать какие-нибудь видеоролики и все такое с ее участием, грубо говоря. Ну, вот как-то так, ребята, как-то вот так вот. Ну ладно, как говорится, не будем, так сказать, затягивать тавтологию, так сказать, так уже на 24 минуты, я считаю, затянул, грубо говоря. Ну ладно, грубо говоря, будем с вами, ребята, прощаться, до следующего, так сказать, до новых встреч, и, собственно говоря, покеда. Ну что, ребята, встреч, будем дальше доделывать модельку, собственно говоря, да, блин. Контент там, блядь, вообще пиздец на ютабе, вот вообще только понадобится.